воскресный день, выходим после богослужения. А из нее что делаем? Ну как она действует? Калина с медом хороша. Ну вот черноплодка, она что-то на давление отражает. Набили? В 11 делаем. Сейчас, который час? Во сколько? В 11. Полдесятого сейчас. С 11? Давайте в 11. Да? Да. С 11. Так. Я хотел вас всех еще раз попросить. Приходите, ну, какую-то бумагу берите или блокнот. Вопросы были. Что вы слышите? У вас уходите, опять еще нигде нету. Это неправильно. Потому что время может быть такое, что ничего не будет, кроме те записи, которые сегодня вы сделаете. И вот у нас в общине там 2-3 человека только приходят, чтобы записать. Это Любовь Николаевна Потеева, она всегда записывает. Татьяна Капустина, она же во время проповеди стоит и записывает. Сейчас переписки-то никакой нету. Как там, по скайпу, телефон. А раньше было так. Вот у меня за год уходило 1200 писем. 1200. И письма я переплетал. Сам переплетчик. Где-то было 70 с лишним томов, когда арестовали. Каждый том 650 страниц. Оглавление. Столько там всего было интересного. Люди приходили, когда в гости. Они, пока еще мы не занимаемся, они старались взять... посчитать. И когда они власти взяли, там уничтожили, а там были даже письма, которые написали мои дедья, мамины братовья, на фронт ушли, и все погибли. Письма в одном экземпляре. И то, все это сожгли. И у меня заново накопилось почти столько же. Но я, правда, копию делал со своего письма, и которое приходит. Я просто делюсь опытом, скажут, а вы рассказываете это. Все где-то нет. Вот у нас тут был один человек, приехал. Ну, потом он ушел, стал священником, да и умер. Внезапно. Слава. Лежу. Письмо лежит. Я взял письмо. Листа 4, наверное. Я говорю, что ты выбросил? Это мама написала. Мамино письмо, и ты выбросил. Но я же его прочитал. Мне это никогда не понять. От мамы письмо и выбросить в помойку? Не знаю. Я даже где-то маленькие листики находил. Вот раньше, когда нельзя было слышать, а душа моя подсказывала, что есть это. И выпускали атеистические брошюрки. Они небольшие были. И вот делают ссылку, там цифры какие-то стоят, и выдержка из Библии. Но я не знал, что это из Библии. Не знал, что глава стих. Но слова эти, я понимал, они очень сильные, их опровергнуть никто не может. А страницу перевернешь, на той стороне этого листика тоже божественный бывает, а потом опровержение. И чтобы это вырезать с этой стороны, а тот не повредить, я покупал 2 экземпляра. С той стороны, с этой, потом склеивал, и у меня получалось божественное. Я после сколько раз перечитывал, что это за слова. И когда читал, который это отвержено, Виктор Гюго фильм посмотрел, он делал какие-то пометки на полях. Виктор Гюго говорит, я предполагаю, что эти слова были из Евангелия. Слова сильные такие, из Евангелия. Ну что это за книга такая? Я ее не слышал, не видел, в руках не держал. И вот эта жажда моя достигла, как говорится, апогея. 27 сентября, а ну вот он, сентябрь, 17.00 будет ровно 60 лет, как Библия у меня в руках оказалась. Не Библия, Новый Завет. Псалтырь. Нынче 60 лет. Я это жаждал, и Бог меня принял. И кто со мной работали во плоти, ни у кого нигде этого не было. Почему? Бог знает. Я хочу и нету. А это, которое склею, а для меня это как путеводитель, я открою. Вот не про это не сказано. Он там все обрывает. И даже не догадывался, что это в Библии. И вот видишь, как Бог устроил. Вы приучите, чтобы дети у вас также. Какое местописание? Куда его применить? Как его не нарушить?
То есть тут вопрос к вопросу. И все это вы можете сделать сегодня. Далее, если не будет, то детям не надо будет ничего. Они будут думать в этой жизни, как обустроиться, чтобы все было. Это все временное. И еще. На этой неделе нас могут вызвать. В Мамонтов могут быть, да? Вполне даже. Потому что дело следователь закрыло. С администрацией там, как называют, мировое что-то такое, мирное решение. Но раз уже столько раскрутили, то должен суд быть. Что они там будут делать, как, я ничего не знаю. Я знаю, что все это... Конечно, мне лучше выйти в суд. Там будет дано слово, я могу это сказать, запишу, попрошу разрешения съемку делать. Потому что такой момент не сразу берется, что все это надуманное. В это время, пока они мной занимались, десятки, сотни тысяч кубометров прекрасного леса Красноярского края уходит в Китай. Сколько погибает везде, и никому дела до этого нету. А вот здесь 18 березок. Поехали, посмотрели. Следователь приезжала сюда с адвокатом. Проехали, посмотрели, где мы забыли. Мы себе ничего не взяли. Тем более это нам Бог дал. Почему? Мы распахали, Бог посеял. И эти, которые у нас есть, этот березняк, он 0,78 гектара. То есть гектара даже нету. И мы сколько лет пользуемся? И ограду вот это делали, коров загораживали. Глава администрации даже сказал, видимо, ему все известно. Я когда встал, руку протянул, говорю, ну что, будем знакомиться? А что знакомиться? Я его так знаю. Его звать Сергей Александрович. И он говорит, батюшку спрашивает, я не слышал, говорит, на прошлом году вы тут брали эти березки-то? Батюшка говорит, конечно, нам же три. А позапрошлом? И сколько лет вы из Потеряевки? И как вот выросло, вы все брали? А глобля какая нужна, отсюда брали. Лопатью черешок там я пошел, там же вырубил. Еще бы 30 лет, если бы не было звонка и проще отсюда. Поэтому даже надо помолиться, чтобы никогда это не повторялось. Открывший тайну, а тайны-то никакой нет. А тут было как? Из Барнаула-то никого нету. Я приеду туда, так ты бы маленько разузнал, где у них спецназ находится. Меня спецназ вытаскивал из квартиры. Я к ним приеду туда, попрошу это повторить на квартире, там еще съемку сделать. Представь себе, спецназ. Я считал, вот такие люди, они вдвоем. 7 утра нету. Кого-то дверь, у меня в 4 руки на улицу босиком вытащили. С кем борются? Знают мой возраст, знают мой, какой я их вдвоем, и тут еще стоят с автоматами. Это куда годится? Какие они слабые? Если там найдешь, ну где-то там как-то, можно расспросить-то. Я обязательно должен встретиться с начальством, поговорить с ними. Время, Игнатий Иванович. Все. Время. С Богом.